Здравствуйте, всем привет, всем, ребята! Сегодня 2020 год, 1 мая, уже 1 мая, на улице тепло, а точнее было и вчера, и позавчера тепло, ну 1 мая именно сегодня. И батя пришел с работы, и мама пришла с работы, а мама перцы приготовила, фаршированные, очень вкусные, вот такие. И сейчас мы с батей будем ужинать. А как батя накладывает перцы, у бати на аккаунте видосик будет, скоро будет. Да, посмотрите у меня. Так что заходите, я вас жду. А еще пока заснимем, пока загрузим, ребятки, наверное, через часик все будет. А время сейчас 8 часов 15 минут, 15 минут 9, без 45 минут 9, 20 часов 15 минут, ребятки. Желаю вам хорошего дня, удачного вечера, балдежного времяпрепровождения. Всем всего наилучшего, всем пока. А там поле чудес идет, батя поле чудес глянул, батя любит поле чудес. Да, я смотрю, как Якубовича. Поле чудес, и сейчас буду смотреть. Батя любит буду, Якубовича. Буду ну, в смысле то, что как он ведет, любит. Поле чудес. И с Якубовичем, вы сами знаете. Якубович это такой усатый мужик, который всегда ведет, ну, вы знаете. Конечно, конечно. Так вот, что? Всем удачи, ребятки, балдежа, успехов, счастья. Скоро на батином аккаунте будет видосик, а мы пока месь будем ужинать. Всем пока. Здравствуйте, всем привет, всем, ребята. Хотим поздравить Германа Александровича Тарнавского. С днем рождения, Герман, от всей республики Хакасии. Балдежного времяпрепровождения желаем. И обойдешься без бельчат в этот раз. ТГА, с днем рождения, от всей души. Желаем благо, радости, удачи, Герман, снюхай. С днем рождения, Герман. Балдежа, Герман! Не удачи! Балдежа тебе! От всей души, от всей сердца, снюхай! Оксана, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю благо, радости, удачи, счастья, балдежа, успеха! Желаю классно балдежнуть и кайфануть на вечеринке в стиле 90-х годов! Оттянись как надо! Снюхай с праздником, Оксана, за тебя! Ребятки, мы с батей уже поели эти вкусные перцы. Многие скажут то, что я на диете, но я с диеты уже сошел давно. А в тот момент, когда я вылечил ногу. Я вылечил ногу, и на следующий день я сошел с диеты. Потому что здоровье важнее, здоровье главнее. Нога заболела, у меня воспалилась подагра, я не мог ходить. И я питался без соли, и все ел аккуратно, и все питался очень аккуратно. А потом, как вылечил ногу, я решил питаться, как питался. Вот, потому что я не знаю, может из-за диеты у меня подагра воспалилась, вот честно я не знаю, может просто подагра воспалилась, но когда я не был на диете, мне было как-то полегче, вот сейчас я теперь сошел с диеты, ребятки, вот, и я поел перцы, вкусные перцы фаршированные, мне понравился сам перец, мне понравилось мясо в перце, все круто, и соус классный, ребятки, мне перцы понравились, вам удачи всем. На аккаунте моего папы, моего отца, моего бати вышло видео в ленте, как батя накладывает перцы, как накладывает картошку пюре, и сторисы у бати вышли, гляньте, оцените. Я надеюсь, вам понравится видео, потому что батя старался. Батя сказал, давай снимем для подписчиков видео, как мы делаем, накладываем перцы, что мы ужинаем. Я говорю, ну батя, давай, давай, если ты хочешь, давай. Надеюсь, вам понравится, потому что батя старался. Приятного просмотра. Шон, поздравляю тебя с днем рождения от твоего друга Леброна. Желаем тебе благо, радости, удачи, счастья, балдежа, успеха. Балдежа тебе неимоверного и радости великолепной. За твой день, за твой праздник, за днюху твою. За тебя, Шон! Здравствуйте, всем привет, всем, ребята! Подписывайтесь на моего друга Володю. Смешной парень, от его видосов я смеюсь. А в историях у него постоянный смех. Ребята, подписывайтесь на этого красавчика. Приятного просмотра. Мне очень нравится его видео и вам понравится. Ребята, вот и ночное время настало, уже пора идти спать. А перед тем, как я пойду спать, я запарю лапши. Чан рамен красный. А время сейчас 02 часа 33 минуты. 33 минуты третьего. Вот, время сейчас без 27 минут 3. Я сейчас лапши поем и пойду спать. Завтра, наверное, проснусь в 6-7 вечера. Может, в 5 вечера, может, пол пятого, может, пол шестого. Сейчас лапшички поем. Так, я у себя в комнате свет выключу. Так, здесь включу свету, чтобы лапши поесть. Батя там принес чан рамену. Ну, батя принес несколько дней назад чан рамену. Я сейчас буду его есть. Батя принес тут много лапши. Такого чан рамену. Вот таких круглых чашках. Он очень тоненький чан рамен. Прям как вермишель. Мне очень нравится. Она остренькая, страстная. Очень вкусненькая, ребятки. Вот. Мне она очень нравится. Кто смотрит фильмы, желаю приятного просмотра. А кто решил перекусить ночью, приятного аппетита. А кто решил ночью спать лечь,
приятных снов. Спокойной ночи, приятных снов. Всем пока. Спасибо за поддержку, спасибо за понимание, ребятки. Кто меня не любит, а материт и обзывает, ребятки, я вас, на вас не обижаюсь, все хорошо. А кто любит, уважает и ценит, спасибо. От всей души, от всего сердца, спасибо, большое поклон. Пока, я поем и пойду спать. Всем удачи, спокойной ночи. Ребятки, я забыл вам сказать, я же в директе отвечал только тем, кто когда-либо писал. Кому я никогда-никогда не отвечал, я тем не могу отвечать, потому что это как головой в черный мешок, в который невозможно разгребсти. И получается, я кому никогда не отвечал, я не могу ответить, потому что их столько много сообщений, тысячи, 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 то, что всем не отвечу. Так что, ребятки, я отвечал тому, кому я когда-то отвечал. Вот, и я хочу взять недельку выходного от сообщений, кому отвечал. Простите, пожалуйста, ребятки, извините, пожалуйста. Я разгребусь со своими делами, там, с работой. Вот, ребятки, дайте, пожалуйста, выходной недельку, ну, хотя бы 5 дней выходной от директа тем, кто когда-либо писал, ребятки. Спасибо за понимание, я очень рад, очень доволен. Если вы сейчас глядите мой сторис, извинения от всей души, поклон вам. Я очень замотался, я очень устал, я изнемогаю. Все, ребятки, простите, пожалуйста. Выходной от директа на 5-7 дней, пожалуйста. Вот, ребятки, пожалуйста, спасибо за понимание.